Президентский указ о потере гражданства Михаилом Саакашвили опубликовали сегодня в СМИ. В документе, подписанном, как оказалось, еще 26 июля, помимо президента Грузии, фигурируют еще 7 фамилий. Сам политик до сих пор находится в Соединенных Штатах. Там он провел пресс-конференцию по видеосвязи. О чем рассказал и что в его ближайших планах, узнаем от Дмитрия Анопченко. Вашингтон без пробок и толп людей на улицах. Таким его увидишь редко. На 7 утра по местному времени, когда город еще только просыпается, Михаил Саакашвили назначил свою виртуальную пресс-конференцию. Он в американской столице, журналисты в столице украинской. Много камер, еще больше зрителей в Фейсбуке, где тоже организована трансляция. Онлайн почти 1000 человек. Основное, что спрашивают репортеры, что он собирается дальше делать? Ответ Саакашвили – прибегать к защите США не намерен и обязательно вернется в Украину. Политик уверяет, юридических оснований для того, чтобы лишать его гражданства, нет. Любой нормальный суд в пух и прах его разобьет. Никакого приговора не было. Украинская прокуратура официально отказывалась письменно в виде это признавать. Так о чем идет речь? На пресс-конференции Саакашвили уверяет, анкета для получения украинского гражданства, которую опубликовали, подделка. Там, дескать, не его подпись. Он готов судиться и говорит, у него нет амбиций, он не хочет быть президентом. А происходящее объясняет еще и тем, что большинство политил в парламенте, практически банкроты, почувствовали конкуренцию, поэтому и решили его списать. Правящий класс меня не хочет видеть в Украине. В свое время они не хотели видеть Ющенко, поэтому его отравили. Они там посадили Юлю. Сейчас они меня не хотят видеть в Украине. Они хотят свой поле сделать политически. Они хотят, там, чтобы там был какой-то аферист Рабинович, что там был какой-нибудь там Лешко, какой-нибудь там любой другой. Но не Саакашвили. На вопрос об обвинениях, которые против него выдвинуты в Грузии, Михаил Саакашвили отмахивается. Дескать, ничего серьезного. Обвиняют в растратах, за которые пытаются выдать покупку пиджаков, да венка на похороны Вацлава Гавела. И это дает ему основание говорить, в Штатах застрял ненадолго. Надеется, что скоро вернется. Не надо было меня не допускать в Украину, потому что я не знаю, как туда попасть. Это же полушутя, но реально для меня, конечно, сердце болит, Я хочу домой. Все очень просто. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. В то же время администрация президента отказалась обнародовать информацию о сохранении или лишении гражданства бывших чиновников, в частности Натальи Ереська, Александра Квиташвили, Хати Деканаидзе и Давида Саквирлидзе. Об этом АП сообщило издание «Украинские новини». В администрации заявляют, что это конфиденциальные данные.